Так, подтягивай, подтягивай. Привет трудящимся. Привет. Мужики, а где мне мастера Шеленкова найти? Я Шеленков, чё тебе? Да я движки приволок в ремонт. Наш хозяин вчера вам звонил. Из Залужья, что ли? Звонил твой хозяин, точно. Ну так что, примите? Принять примем, а вот когда сделаем, это еще посмотреть. А что такое? Запчастей ноль, а будут или нет? У Верховного совет спрашивает. Это правильно. Ну ладно, вон туда, к четвертому боксу подъезжай. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А позвонить у вас можно? С того телефона. А, спасибо. Олег? Мне Олега Павлова. Ну, я это я. Кто? Вавилов? Андрюха? Ха, вот это да! Ты откуда? С какого ремонта? А, ну понял я, понял. Нет, сегодня не успею. Сегодня Машка замуж бежит. Ну, сеструха моя Машка, помнишь ее? Такого карасят хватило, будь-будь. У них сегодня росписи, свадьба и всякое такое. До 19 отметила и как раз замуж. Да. Слушай, а ты когда еще раз в Москву? А, жалко. Ну, конечно, охота ребят вспомнить службу. Ну, звони, если будешь. Ага, и я. Ну, пока. Не нашел для тебя времени, дружок? Бывает. Да нет, просто свадьба у него. Ну, не у него, у его сестры. Я помню ее еще малявкой. Вместе с матерью в часть приезжали Олега навещать. Ну, думали, что мы голодные, там понавезли всякого. Десант? Да нет, мы земноводные были. Морская пехота. Ну, спасибо, что разрешили позвонить. До свидания. Счастливо. Эй, дурок, зачем так? Тут очередь, я целый час стою. Ничего. Вас таких много, а столица у нас одна. Про суверенитет слыхал? Обождешь. Ты чего? А ну пусти! Сгинь, говорю! Отъехал бы ты по-хорошему. А если очень надо, попроси как следует. Не лезь на хал. Тебя, что ли, просить, козел? Тебе же сказали пусти. Ну вы будете заправляться или нет? Хватит базара отводить, а то вас сейчас пускать перестану, слышите? Да вы что? Давай, отъезжай, не прошло, так встань в очередь. Заводи движок! Да погоди ты заводить. Ты чем его двинул-то? Железякой, что ли? Да какой железякой? Просто двинул и все. Да, хреново ты двинул. Покалечим вам вроде, мужики. Милицию надо звать. Вавилов, на выход. Лицом к стене. Руки за спину, вперед. На выход. Прямо на выход. Лицом к стене. Товарищ Симаков, Вавилова вызывали? Давай его. Заходим. Проходи, садись. У тебя сигареты есть? Кончились. Вот у меня кончились. Гадство. Ну ладно, нам недолго. Дело твое ясное. Правда, хорошего мало. Уехал твой татарин. Кто? Ну, этот. С казанским номером, который на газоне перед тобой в очереди стоял. Остались у нас свидетели. Воронин, Лялин. Они помнят, что номер казанский. Какой не помнит? Так они тоже видели. А что они видели? Драку видели. Верно, драку видели. Увидели, подошли.
А ты уже человека искалечил, Вавилов. Ну, за что? Про что? Неизвестно. Но положим с их слов и за очереди. Как и ты показал. А что, человека уже за бензин убивать можно? А? Слушай, пойми, я же не хотел. Я один раз. Я же не специально, чтобы так все получилось. Понимаешь, ну, а там еще один был, он тоже на меня полез. Так что, мне надо было лоб подставлять, что ли? Руки. Что? Руки со стола. И не надо со мной на ты. Я с тобой одно стадо не пас. Может, тебе медаль за охрану общественного порядка выдать? Или орден за храбрость? М? Ты нанес тяжкие телесные повреждения. Понял? Тяжкие. Человеку, гражданину, сыну, мужу. Тебе молчать надо в тряпочку. И молиться, чтобы он остался жив. А не права качать. И ждать снисхождения и понимания. От кого ждать? От вас? А хотя бы от меня. Я сейчас все оформлю. Ты подпишешь и будешь ждать суда. Справедливого и беспристрастного. А пошел ты. Чего? Что слышал? Там свидетель был, номера казанские. Первые две цифры, четверка и единица. Обязан найти и опросить. А я подожду. Подождешь, подождешь. Только не здесь, а в СИЗО. Забери его. Между прочим, свидетелю Лялину показалось, что ты какой-то железкой беднягу саданул. Была у тебя железка? Была. Вавилов, на выход. Лицом к стене. Руки за спину, вперед. Ну и что тебе шьют? А то, гляжу, хмурый ты какой-то. Да так. Следователь говорит, что вторая светит. Да ты у нас сухарь. Тогда дай закурить. Нету. Чего нет, того нет. Сам бы затянулся. Ах, нету. Не хочешь, да? Товарищу жалко. Падла. Убью, гад! Я тебя задушу, душу выну! Отцепись от него! Хватай! Держи, говорю! Держи их на мушке! Тормози, банкир! Что тут у вас? Пойдем же, пойдем. Ну, чего стоим? Чем пришел? Потерял, что ли, что? Да вроде все потерял. С большого бодуна бывает. Спиртное является ядом, но не всякий яд спиртное. Слыхал?
Слыхал. Я вообще-то заявление хочу сделать. Это понятно, валяй. Тут такое дело. Я вроде как сбежал. Да ну? От жены, что ли? Вот, привел вам их. Ты в лучшем виде. Вот, Федя, здорово. И кого ж ты к нам привел? А у ваших? Хулиганчик, понимаешь ли? Людям спокойно жить не дают и культурно отдыхать. Ну, а как начали руки крутить, так я сразу к вам. Примите меры. Примем, примем, примем. Вот это другой разговор. Видал? У нас тут без тебя клиенты будь-будь, не соскучишься. Ну, с ними мы быстро разберемся. Внимание, внимание! Общая тревога! Побег! Из машины спецперевозки совершили побег опасные преступники. Конвой разоружен. При задержании особым указанием разрешено открывать огонь на поражение. Внимание всем нарядам и постам! Передаю особые приметы сбежавших. Гудки. Нет никого, не светит нам Томка. Ну и хрен с ним. Что, мы других не найдем, что ли? Господи, еще не вечер, девочки. Лапушки, двушкой не поможете? А то позвонить надо. А ты на нас погляди. Подходим, а? Ну, вообще-то ничего. Только слово есть слово. А, да брось ты Аля. Ее. Оставь его. Может, он жениться надумал. На. Пользуйся. Только от жены одни хлопоты. А, и спит, между прочим, в придачу. А мы проверяемся. Спасибо. Олег? Олег, это я, Андрей. Верка ж моя уехала. Я ее через Светку в Дагомыс засунул. И сама мечтала, да и мне от нее отдохнуть. Ну и забурился с тёлками из дома моделей. Шалавы. Лакают, не поверишь. Так, чё же счёт на закусе? А? Огурчики. Мне Машкин мужик как раз зелененький кинул. Так мы все из березки. Мочалки шкуры в отпаде липнут. Сегодня как раз думаю, отдохну и в рот не возьму. И вдруг ты... Слушай, Олег, у меня тут... В общем, одним словом, даже и не расскажешь. Влетела я в дела, конечно. В общем, повязали меня, понимаешь? Менты? Бывает. Не дрейф, прорвемся. У Машкиного Сани вообще все схвачено. Александр Иванович Мезенцев, голова. Такой СП завернулся с трияками, завал. Грины гребет лопатой. Ну, а наличку деревянных вытащить ему, тьфу. Мне говорит... Зови Саней по-родственному. Ну, только я не пользуюсь зря, понимаю, расклад. Зато он в моей фирме тоже дела делает. Ну, начнем. Андрюха, за нашу встречу. Будь здоров. И началось ничего, Олег. На заправке двое затесались без очереди. Ну, я подошел к ним сказать, что если надо, если торопишься, попросить надо по-человечески. А они поперли на меня. А ты врезал, так? Ну и молоток. Я ведь знаю, как ты можешь. Помнишь, на танцах в клубе завелись? С нами еще этот был. Леша Гого. Зубами тому длинному в щеку вцепился. Да, армия учит, не скажи. Если сам не педик, она ведь полезная отчасти. Погоди. Ну, я ему врезал спроста один раз. А он завалился как раз на край. Там у колонки выступ такой есть. А? Черепушка и вотруб. А трудящиеся на тебя, хоть ты за них и выступал. Вот так всегда за хорошее терпишь. Ты даешь. Чё ты дергаешься? Это ж Машка, наверное. Она просилась помыться прийти. У них горячую воду отключили. Здравствуйте. Узнаешь Герлу? Здравствуйте. Ее мужик жалуется, в кабак не зайти. Все каблы пялятся. А ты узнала? Я недавно только забыла.
к тебе съездили, я подружке сказала, влюбилась на всю жизнь. Высокий, сильный, поет под гитару, вежливый. Все фотографии ваши под подушкой хранила. Ой, я скорее в ванную, пока голову мыть досушить, а то меня ненадолго отпустили. Молодожены, не набарахтались еще. Да ты садись, я вроде в норму пришел, сейчас вмажем капитально. Ты все объяснить не даешь, а я ведь сбежал. Закусывай, закусывай. Откуда сбежал? От колонки, от той? Да взяли меня, понимаешь? Взяли. На меня дело завели, а я сбежал. Ну ты даешь. Расскажи хоть по порядку. Теперь время такое, что прихватит и запоешь за компанию. Да нет, я не к чему-нибудь, а чтоб узнать по существу. Так я сразу хотел по существу, а ты... Следователь попался гнилой. Там был свидетель, я, собственно, из-за него полез. А он транзитный, казанский. Он мог показать, кто начал первый и как они на меня поперли. И что бил я без всякого, голой рукой. А он сам ударился, понимаешь, сам. А это... Живой он? Ну, тот, кого ты... А это кто теперь? А я знаю. Соседка рядом, сучка старая, все льет на меня. Не стукнул участковому. Да свои, свои. А ты, я вижу, браток, опять гуляешь? Сеструха зашла моется в ванной. Что за пожар, Сурик? Да какая сеструха? Путана, наверное, бюст получит. Разговор есть. Что за разговор, если видели вчера? Вчера не сегодня, вчера другое. Вчера ты мне как брат был, а ты нас фуфлом кормишь. Нехорошо. Совсем плохо своих накалывать. Может, боком выйти. Ты чего предъявляешь? На что намекаешь? Какое фуфло? Когда я подводил? А теперь я думаю, что всегда. Ты зачем врал, что Александр Иванович нам верхушку в рублях дает, а? Гнилой ты совсем. А он нам половину в гринах давал. А ты их себе, а нам рублики. Что, не так? Подельщиков на долю обжимал. А доля святое дело, сам знаешь. Да кто? Кто сказал? Ты приведи, пусть мне скажут, понял, лично. А то пришел, привел их. Думаешь, на понт взять? Не пройдет. Нехорошо кричишь. Плохо выглядишь. Да и зачем на понт? Мы сейчас посмотрим, поищем. Уверен, найдем зеленый. Гриль. А чего искать? Попросим, сам отдаст. Да что отдать? Что? Ты давно, давно, гад, под меня копаешь. Пошел отсюда! Давай разбор. Веди людей, как положено, а этих я знать не знаю. Пошел отсюда! Мы вас так понесем! Отключился. Гриль, он же откинулся. Да просто рука сорвалась. Ну, как вы тут без меня, мальчики? Олег? Что с ним? Олег? Олег! Пустите меня! Вы что? Давай, быстро, убегаем! Быстро, быстро! За что они его? Скорее! Скорее! Какой сумочки? Где? Она там осталась! Не кричи, тихо! Возьми машину, за что мы заплатим! Стой здесь! Только в машине ни слова, поняла? Ну ладно, хватит, давай о делах. Завтра же иди в исполком и добивайся разрешения любым путем. Я знаю, что депутат, а что, избранники народа не берут? Берут, только больше. Давай, действуй, пока. Сашенька! Ну, Саш, что такое? Там Олег! Олег? Они его били, там кровь на полу. Подожди, что случилось? А с тобой что?
А это что? А это? Олег! При чем здесь Олег? Ты с кем была? Где была? С кем? Их трое было. Один Зуик, который с ним работает. Еще двое. Я из ванны вышла, а он лежит на полу и кровь угнал. А потом... А потом? Вот там... Потом они? Что? Ну, говори! А это еще кто? Он с тобой? Там машина внизу. Сколько? Пятнашку. Держи. Держи. Спасибо тебе. О, я уж думал, все, пропал заработок. Да нет, нормально. Ну, давай. Если тебя трахнули, так и скажи. Я прекрасно знаю приятелей твоего братца. Напили, завелись и трахнули. А ты знала, что не там? Знала и пошла! Сейчас сказочку придумала про мытье головы. Шампунь с собой захватила. Ну что, так было? Так, говори! Я правду говорю. Ну, хотели, хотели они со мной сделать все. Но тут выскочил Андрей. Он бил их страшно. Все упали. И мы побежали на улицу. Ну, а где раньше был твой Андрей? Чего ждал? Что-то тебе не вяжется, деточка. Ничего я не вижу, Сашенька. Но просто так было. Подожди, подожди, подожди. Ты сказал, там был Сурик и еще двое. Кто они? Я не знаю. Один такой страшный, а другой здоровый и с усами. Суса... Да. Это же Гриль. А Гриль человек-механик. Что же они не поделились с твоим братцем? Господи, ну что? Я подумал, может, вам знать надо. Они ее так просто не оставят. Заходи. Ну, так что же мне надо знать? У вас с Олегом дела были? Я так понял, что с его кооперативом. Вы ему платили валюту, а он своим только рубли. Ну, они узнали, приехали и убили. Случайно. Нет! Нет! Да замолчи ты! Что ты мелешь? Какие дела? Какая валюта? А ручонки-то трясутся. Значит, правильно. Саша, нужно ехать туда. Поедем, пожалуйста. Поедем, Саша. Куда поедем? Куда поедем, дура? Ты знаешь, кто там был? Это же Гриль. У человека... Какой идиот! Кричи! С кем связался? Из-за тебя, между прочим! А как же любимый братец, родственничек? Куда ты, Саша? Да отвяжись ты! Слушай, они ведь займутся тобой. Ты свидетель, понимаешь? Если хочешь, я... Оставь меня, пожалуйста, ничего я не хочу. Здесь, давай. Уйди. Быстренько. Куда уйди? Ты что, с ума сошла, что ли? Забыла, как они тебя мордовали? Давай быстро одевайся, скорее. Возьми какие-нибудь деньги. Так. Не успели. Но ничего. Ничего не дрейф. Они тоже не железные. Все будет нормально. Никого нет. Слиняла курва. А где ее мужик? И этот? Этот здесь. Только тихо, не дергайтесь. Ах ты. И вот что, ухари. Если что, завалю точно. Мне хода нет, я в побеге. Слушай, ты кто?
Потолкуем. В другой раз. А сейчас все тихо, но шустро в ванную. А то грохну. Ну! Быстро! Давай, быстрей! Тебе бы не здесь сидеть. Он пришел, спросил вас. Все точно назвал. Я подумал, пусть сидит, ждет, все равно обратно не выпущу. Туда, туда не надо было пускать. Мог и здесь, в гараже, обождать. Василий Петрович, я думал... Я думаю. Ладно. Не суетись. Давно ко мне не заглядывали, Василий Петрович. Вот мне пришлось к вам. Здравствуйте. Приехал бы я по этому делу, думаю, не пришлось бы тебе улыбаться. Чему радуешься? Есть основания? Я не радуюсь, я... Ты сейчас пустое место, нуль. Покойник. Что сам пришел, может, еще зачтется, а может и нет, как все обернется. Самоварчик поставь. Садись, дыши. Станешь говорить, говори по делу, зря губами не шлепай. Кури. Огня. Ты как тот босяк, знаешь. Дай, говорит, мне спичечку и папиросочку. А то я из курительных принадлежностей только рот захватил. На. Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Дело говори. Я скажу. Я с этим Павловым никаких крупных дел не имел, поверьте. Ну, так, помог ему как родне. Сами понимаете, брат жены, ну, просил, клянчил. Я решил, ну, устрою что-нибудь ему на хлеб с маслом. За так? Что? За так устраивал. Бутерброды с икрой. Он икру жрал, а не хлеб с маслом, это иное. Ты от него имел? Имел, а со мной не поделился. Некрасиво. Я же только начал. Я женился, вот-вот, честное слово. И дел с ним каких не раскрутил. Ну, сделал он для меня кое-что. Ну, я дал ему... В гринах? Да. Но я ему... Все я, да я. Падаль. Теперь слушай. Твой родственник откинулся, но дело не в нем. Понял? А в твоей сучке. Где она? Дома. Нет ее дома. Была и нет. Я тот фраер, что у твоего Шурина хипиш устроил из-под носа у гриля с ребятами у волок. Со стволом у волок, понимаешь? У тебя дом пальбу открыл. Леню подранил. Верно говорят. Наглый фраер, хуже танка. Он кто? Я не знаю, я его никогда раньше не видел. Лихой фраерок. Твою бабу списать надо. И живее. Она теперь куда кинется, как представляешь? К матери. Та в Отрадном живет. Подруге Марине. На юго-западе, за домом туриста. Не беспокойтесь. Я могу позвонить сам, поехать, с кем скажете. Сильно ты любишь молодую жену. Что на вкус не пришлась. Или характером стерва? Не знаю, чего мне дернуло. Да и нужды особой вроде не было. Значит, была. На невкусную, на свежачок потянула. Ладно, давай пить чай. Пусть они хату найдут. Этот фраер подрючит ее в охотку. Размякнут толпа, тут как раз и мы.
погреем душу. Ты сам-то откуда будешь? С-под Торжка. Ха, так это же валдайский корешок, по этому случаю налить надо. Валдай дальше, я Тверской. Все равно обмыть надо. Раз если на русак, давай, давай. Больше всего я борщ с мясом уважаю. Сначала с жижей душевно проложишь, а мясо как раз на закусь. Но чтобы мясо, грудинка была. От нее навар душистый. И погрызь зубам сладко. Одно это знаешь как, не приведи Господь. Хорошо, что у меня Трофим Самсоныч есть. Он хоть и выпивает. А мужчина, у вас-то как с этим делом? С чем? С чем, с чем? Ну, с тем самым. Может, ты противишься в чем? Угодить не хочешь по незнанию? А он уже не мальчик. Он в этой жизни всякое пробовал. Значит, надо, понимаешь, делать вид, будто нравится. Я тебе так скажу, мужику, который в дом деньги несет, надо и спинку тереть, и ножки мыть, а уж ласкать-то обязательно. Ты чего? Нет, ничего. Извини, я просто представила, как сначала ноги мыть, потом спинку тереть. Извини. Я-то извиню, а вот ты напрасно смешки позволяешь. Он для тебя ничего не жалеет, я это вижу. А вот ты посмотри, посмотри, какую ты юбку носишь. А может, ему не нравится, что выше колен. Для других видно. Это вот в девках, понимаешь, женихов завлекать, так можно и повыше поддернуть. А замужней не годится. Андрей-то он видал? Ну да, что? А то. Андрей тоже видный собой. К тому же еще и холостой. Я помню, как ты на него глядела, когда мы в части ездили. Заметила. Считаю, что первая любовь у тебя тогда зародилась. Все грустно я ходила. Так когда это было? Я тебе мать. Ну, если что случилось, согрешила ты с этим парнем, ну, всякое бывает. Мама! Нет, послушай. Вот поезжай домой и повинись. И не то повинись, что признайся во всем. А просто скажи, ну, будто сердилась, а теперь передумала. А я вас вдвоем у себя не оставлю. Он уж пускай ночует, если так, а у тебя свой дом не тесен. Поняла? Поняла. Ты не беспокойся, мам, я сейчас уеду. Еще немного посижу и поеду. Я поняла. Ну, я и свитерочек вижу, а Трофим Самсоныч телевизор смотрит. А какой приятель? А Маша сказала, что он к Олежке поехал. Собрался и поехал. Давно, давно. Вам Машу позвать? Ладно, ладно. Никуда не пущу. Сдам прямо в ручки супругу. Ждем, ждем. Слышала? Слышала. Подожди сейчас. Я бы вон ту сейчас натянул. Ничего, ножки, да? Потерпи. Дождись клиентки. Вот это и ноги люкс. Слыхали. А как это вы, ребята, за один вечер два раза облом получили? Даже не верится. Как? Тебе вполне обрисовать. Слушай, узнай там, скоро поедем. Механик сам скажет, что спрашивает. Я тачка 2. Какие указания? Я тачка 2, прием. Тачка 2, чеши в штанах, а не рыбайся. Готовность обязательно. Понял, готовность обязательно. Ты поел? И выпил, и поел. Хорош, хорош, не бойся. Хотя бояться это, видно, не для тебя. Я тебя боюсь. Меня? Вот как. Ну, Андрюшенька, благодарим за внимание. Время позднее, так что пора. Заедешь к сынку моему непутевому. Скажи, что соскучилась, жду.
Ну, а ты, доченька, проводишь его или здесь посидишь? Я с ним поеду, мама. Это куда же? По какой такой надобности на ночь глядя, а? Может, ты скажешь, гость дорогой, и сделай одолжение. Оставь его, мама. Пошли, Андрей. Маша! Маша, ну что ж ты такое делаешь? Да как же я человеку в глаза смотреть буду? Ну, бесстыжие, ну, бесстыжие. Даже не верится, что дочь моя. Машенька, доченька, да куда же ты? До свидания, мама. Господи, спасибо за все. Да, спасибо. Что же это делается на свете? Маша, да какое же это время настало, что глядят глазами бесстыдствие? Да заткнись ты, Ирод! Опять эта швабра с ним жаловаться будет! Ой, я не могу. Пошли, Маша. А то как бы нам... Я кому сказала, заткнись ты, пьянь бесхозная! Ты заходишь первым. Мать сказала, его там нет. Тем более первым ты. А если... Тогда первый ты обязательно. У меня он целился и шмалял. А баба твоя. Тебе и заход. Двигай. Ой, вы меня к поезду не отвезете? Очень опаздываю, а мне встречать, пожалуйста. Слушай, да я тебя куда хочешь на руках отнесу. Только сейчас времени нет, вот жду. Слушай, доставь телефон, завтра начнем катать друг друга. Хоть целые сутки. Я тебе, погоди, свой дам и полтинник на такси. Кончу на раз. Молчи, вылезай. Пальчики растопырь. А я тебе открою. К машине. Слушай, мужик... Заткнись. А теперь берешь старт? Да. И что есть духу в подъезд? По лестнице наверх и все на счет до пяти. Дальше ловлю на мушку, если увижу. Понял? Понял. Давай. Вон там автоматы. Я сейчас позвоню Марине и поедем к ней. Или хочешь, бросим эту машину? Нет. Мне за рулем привычней. А кто это, Марина? Подруга. Самая близкая. И единственная. Ты куда? Я же хотела... Мы к ней не поедем. Почему? Потому. Они могут быть там. Твой муж знает про Марину? Конечно. Ты думаешь? Они могут быть там. Туда нельзя. Да ты ее не знаешь. Даже если они там, она нам даст понять. И потом, как они узнают, он же им не скажет. Скажет. Все равно мне надо его увидеть. Увидеть и поговорить обязательно. Что же ты уехала от матери, если тебе так надо? Да из-за тебя я уехала. Куда бы ты пошел? У тебя же ни денег, никого и ничего нет. Ты же взвинченный весь, ты же готов все что угодно сделать. Ты посмотри на свое лицо. Ну, оно же страшное бывает. Ну, не страшное, а какое-то не твое. И что со мной? Я понять не могу. Я даже маме не сказала. Про Олега, про нас. Ведь все просто. Надо пойти и рассказать. Рассказать, и нам помогут, остановят этих людей. Господи, да какие же это люди? Бандиты, мерзавцы. Где это мы? Куда меня привез? Переждем здесь. Сиденье откидывается. Сейчас тепло, не замерзнем. Поспать нужно. Ну что ты смотришь?
Просто мне нужно поспать. Тебе тоже. Я не хочу спать. Я спросить хочу. Откуда у тебя пистолет? Ну, тот первый. Ты ничего мне не говоришь, но я чувствую, что что-то не так, что у тебя что-то не так. Да все у меня не так. Сбежал я. Сбежал? Откуда? Из машины. Из спецмашины. В тюрьму меня везли. Спрятался, боялся, что за мной. Спрятался, все видел и все слышал. И ты ему не помог? Да не успел я, понимаешь, не успел. Не ждал я, что все так получится, не ждал. А тут ты. И они тебя... Меня как кинуло, знаешь, я... Ну, успокойся. Ты устал. А я дура. Ты мне покажи, как оно откидывается, и давай спать. Подожди. Нет, все потом, все утром. Пораньше позвоним Маринке, поедем к ней, днем позавтракаем, помоемся и обо всем договорим. Покажи, как оно тут. Приехал. Приехал. Заходи. А, прибыл. Все нормально, Василий Петрович. Я к ней приехал, ну, разбудил, конечно. Обожди, не гони, сядь. Ты радио слушаешь? Слушаю иногда. А что? А то, что маяк круглосуточно чешет. Я его предпочитаю, там новости всякие. Одна такая, что при перевозке в следственный изолятор сбежали четверо опасных преступников, особо опасных. Красиво рванули, со стволами. Подробности обещали в газетах. А что, вы их знаете? Ну, откуда ты скажешь, если имен не называли? Одного, похоже, ты знаешь. И ребятки мои. Это фраерок, что тебе рога приделал. И не фраер вовсе. А мы догадались, что он такой разворотистый. И ствол у него ПМ-ский, табельный ствол. Вот потому твоя прошмандевка к ментам и не бежит. Заяву бросать. Потому и матери ничего не трёхнул ни про нас, ни про него. Усёк? Как раз он один из них. Точно. Вы так думаете? Да нет. Он с ее братом в одной части служил. Приехал в Москву, зашел навестить, и все. Да он и не москвич. Кажется, из-под Торжка. Не москвич, из-под Торжка. С братом служил. Ну? Ну и что? Когда это было? За это время мог такую биографию строить. Я тебе дам. Он это чувствую. А твоя сучка другое дело. Захочет заявить обязательно. Надо ее вязать. Дать ребятам попользоваться. И кончать. Да что вы все об одном? Попользоваться, трахнуть. Нужно сделать так, чтобы она помолчала. Я согласен. Ну ты и фрукт. Он осмешил. Значит, кончить ты согласие даешь, да? Не, а как поездить, так нет. Ну так я ребятам скажу, что ты не разрешаешь, а? Собственник, пусть они тебя затрахают, тварь.
послушались мои дураломы, не поехали в Отрадное без звонка. Позвоню, она мне верит. Ну что, звать ребят? Подождите. Хорошо, я ошибся. Но теперь не сорвется. Она сделает все, как обещала, я уверен. Вот только надо... Ты в своей был уверен. И что вышло? Здесь все другое. Мы с ней условились не за так. Она знает, что будет за это иметь. Ну, там туман напустил, что мне нужно удостовериться в измене для развода. Там бабки обещал, еще кое-что. И потом часу не прошло, и я уже из постели ее вылез. Видишь, оказывается, и ты у нас молодец. Умеешь с нужного бока к даме подойти и в делах соображаешь. Нас мимо пустил и валютки подсобирал. Кстати, она у тебя где? Не понимаю, о чем вы? А что тут непонятного? Провинился, заплати. Мы из-за тебя как на войне живем. Не спим, не едим, при оружии мечемся. Для тебя стараемся. А ты меня понять не хочешь. Гриль! Пусть скажет, сколько он должен. И договорись, когда расчет. А я пойду, подышу. Ладно? Постойте, зачем? Мы можем сами. Я готов разговаривать. После. Слегка отмякнешь, тогда поговорим. Доброе утро. И красивая. Что ты так смотришь? Это ты красивая. Ночь промучилась, скорчившись, а как будто в театр собралась. Я давно в театре не была. Мы сейчас поедем, да? Да, конечно. У тебя сколько денег? А, рублей 150, а что? А, машину здесь оставим, чтобы не рисковать. Она где живет? На юго-западе, где дом туриста. Юго-запад. Это вроде по кольцевой? Угу. Ну и отлично. Поймаем что-нибудь. Подожди, я сейчас машину отгоню. Спасибо. А вдруг ее дома нет? Маринки-то? Да она спит каждый день, как в воскресенье. И сейчас, наверное, спит, звонка не слышит. Ой, Машка, глазам не верю. Так рано, и с кавалером. Проходите, пожалуйста. Машка, красавица моя, как я рада тебя видеть. Заходите. Ой, сейчас я там уберу. У тебя пистолет видно. Надень-ка мою куртку. Она мужская и большая. Давай. Пойди умойся, только быстро, а то есть очень хочется. Где? Вон там. Маришка, у тебя найдется пожевать что-то в холодильнике? Найдем что-нибудь для гостей. Какой крупный молодой человек. Рассказывай, Шалунья. Делись грехами с подругой. Должна огорчить подругу. Никаких грехов. Андрей, товарищ Олега, служили вместе. У нас воду горячую отключили. Я пошла к Олегу помыться. Вот и встретились. А Саша? Ну, Александр Иванович, мы тоже знаем. Отелло рассвирепела и захотела задушить Дездемону. Так ведь, да? Именно так. Так что давай не будем вспоминать, а будем срочно готовить. Будем, накормим, напоим странствующего рыцаря и его даму. Слушай, неужели ни разу не целовались? А я бы с ним поцеловалась. Ну, как раз представился случай. Тебе кофе молоть или растворимый? Я думаю, растворимый сойдет. Молока нет у тебя? Сгущенка на холодильнике. Кого-кого? Вадима? У нас есть Маша, есть Марина, есть Андрей. А Вадима предложить не могу. Давно ли есть? Недавно, но прочно. И все, не морочите мне голову. Маш, ты обойдешься без меня, я сбегаю за сигаретами. Обойдусь, только ты недолго.
тебе помочь? Нет, спасибо, я сама. Да ты не стой, проходи, садись. Сейчас завтракать будем. Ой, совсем запыхалась, бежала. Я ей сказала, что в магазин пошла. А что-то вас так много. Саш, ничего такого не будет? Будет райская музыка. Садись. Да не тарасься ты так. Их увезем потом. Поговорим и увезем. Знаешь, он с ней как с пушинкой, дохнуть на нее боится. А у самого ручища как лопаты. Может, у них и не было ничего. Он, наверное, думает, что ты ее стихам обучил. Ой, подожди, я переоденусь. Да, давай, не торопись. Слушай, а эта треплушка куда пошла? Маришка, за сигаретами еще кое-что купить. Она любит болтать без большого ума. Зато добрая и доверчивая. Мужики ей голову дурят. Она верит каждому, а потом как бы не было ничего. Современная свободная женщина. Шлюха. Что? У нас это так называется. Где это у вас? Там, где я живу. У нас, между прочим, товарищи за дурной разговор не глушат. И с бабами своими сами тоже разбираются, роты на помощь не зовут. Ну, разное бывает, конечно, по пьянке. Но все равно, понимаешь, как-то, ну, по-другому, по-людски как-то, ну. А что это ты вдруг судить взялся? Человека в больницу отправил, из милиции сбежал. Дерешься так, что смотреть страшно. У тебя вон один пистолет за поясом, другой в кармане. Ты на глаза свои посмотри, они же страшные бывают. Такие есть. А вот твоя подружка, она что, сигареты пошла впрок покупать? Вон целый блок лежит. Да при чем здесь сигареты? Ну, не знаю. Не кричи на меня. Я жил, как жил, ни о чем не думал. А теперь я не знаю, что мне делать. Вот пошел бы и сдался, веришь? Но я не могу тебя одну оставить. Я не хотел твою Марину обижать. У меня у самого сестра Ольга. Такая же, 5 лет назад дочка нагуляла, а все ходит, хвостом крутит. А тоже добрый, все последнее может отдать. Не знаю, понимаешь, ну не знаю. Смотрю на тебя у самого, так и жмет все внутри. Марина! Сейчас открою! Так, быстро за шкаф. Ты... Не высовывайся. Ты что думаешь? Держи. Нет. Я все сделал, тебе только нажать. Нет, я не смогу, не я надо, сказал, нет! Держи! И ни в коем случае не вылезай, что бы ни произошло. Поняла? А ты Машку не встретила? Она за тобой в магазин побежала. Нет, я шла, Александра Ивановича встретила. Он с тобой хочет поговорить. Жены нет, так мы с тобой поговорим. Ты дверь закрой, чтоб без свидетелей. Гриль, давай! Ну что, сам скажешь или хочешь, чтобы больно было? А мне все равно. Лишь бы компания была. Компанию хочешь. Куда она пошла? Лучше скажи. Тебе пошла звонить. Саше. Говорит, ты не такой, как они. Другой. Кто-нибудь про ее брата знает? Она Марине говорила? Она что, дура? Она за тебя боится. Никому ничего не скажет. Слышь, дай покурить. Перебьешься, сука! Жалко, да? А еще при денежках. Завянь! Да я его! Куча, я вас вдвоем оставлю. Кто-то. Сиди и не вякай, понял? Это ты с перевозки свалил? А что, если так? При этой гниде разговора не будет. С кем связался? Повяжет вас через него, точно. Этот пидор с Олегом уговор имел. И с тем, с маленьким. С Уриком? С ним. Сорик с понтом против пошел, как понял, что вы прознали. Да что он плетет?
Да заткни ты его пасть! Это почему? Правду любить надо. Да, да какая правда? Да откуда он может знать, а? Знать что? Ну-ка, выведи его вниз. Пусть в машине с бабой посидит. И ты рядом. А ты? А я здесь. Потом мусу пришлешь. Если баба объявится, и ее до кучи. Да, Фоке скажи. Ну, пошли. Послушай, он же тебя льет, давай, он... Давай. Значит так, нам его сучка нужна. Опасная она. Так ежу понятно. Потому не выпускал. Даже спел, будто давно симпатию чувствую. Так она вернется? Так она здесь. Где? А вот, на! 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 Андрей! Андрей, ты что? Дай сюда! Дай выстрелить! Быстро! Быстро отсюда! Все приготовил. Ну-ка, зажги верхний для ясности. Чем в полутемках, как эти? Не доверяете. А я ведь к вам собрался. Ну да, тебе мои олухи наскучили. Ты их бросил и сюда подорвал. А потом хотел меня обещанным порадовать. Да к Сиясу заехал, чтоб тебя лишним концом не утруждать. Ну что, наколол вас фрерок, а? Сам слинял, бабу уволок. Нечего было с ним разговоры вести. Я сделал все как надо, а ваш гриль на ля-ля купился. Вот теперь его рожу собрать не могут. По всей квартире зубы рассыпал. Так его починили. Надо же. Ты ручки-то придержи. Что у тебя там? Газовый? Да. Ну-ка, брось-ка сюда. Вроде не дурак ты, а с такой пуколкой ходишь. На кой она? Только девкам хвастаться. Твоя баба, дружок, серьезные стволы уважает, хотя деревня. Да, те трое деловые были. Келя, самурай, банкир. А он в непонятное попал, за драку на колонке и, глядит, сбежал. Теперь не иначе к себе намылиться. Как себе? Вы уже знаете? А мне все знать положено. Все и про всех. Думаешь, за что механика меня кличут? За то, что конструирую с умом. Я ведь к вам сам сразу пришел. Понимаете, сам пришел. Если бы Грили себя, главное, не изображала, сегодня же можно было все закончить, а теперь... Его же все равно возьмут, и ее. И они же все расскажут. Они расскажут, это точно. И ты расскажешь, если что. Только они обо мне не слыхивали, а ты знаешь. Так что бывай. Тебе удобно? Мне хорошо. Мне правда хорошо. Знаешь, все как не со мной было.
Даже подумать страшно, что машина чужая. Остановить могут. Я как села сюда, будто дома оказалась. Нет, не там дома, а где-то у себя. Понимаешь? Понимаю. Знаешь, я как будто тоже на месте. И не думай, не остановит нас. Да я и не остановлюсь. Мы куда теперь? Домой. Давно я в Москве не был, да знаешь, нагостился от души. Все действительно как не со мной было. Драка, менты, побег. Твари всякие. А теперь ты рядом. И я за рулем. Поехали. Поехали. Только все-таки очень не гони. Ладно. Ну вот. Да? Оль, а потом расскажешь, а? Ты смотри, там с дорожниками не свяжись. А то они всего на 3 дня, у нас Вовка говорил. Ха! Ой. Это как это вы здесь? Даже ноги ослабли. Зато по улице как коза скакала. Ты куда Ленку подевала? Голиковым. Это ты там опять чеколду сорвал? Ну, а я тебя сколько раз просил ключ на месте оставлять? В кино намылилась или на танцы? Даже не знаю теперь. Слушай, Андрюш, а что ты там натворил, а? Ко мне участковый приезжал. Сказал, чтобы ты явился обязательно, как вернешься. Он и соседей предупредил, потому что иначе говорить нельзя, его райотдел обязал. Еще завгар приезжал, тоже ругается. Ты понимаешь, где-то шляешься, машин у них не хватает. Ладно, кончай звонить. Лучше сообрази, поесть чего-нибудь. Если кто зайдет, это твоя подруга из Осташкова. На курсах вместе учились, поняла? Ага, поняла. А чем ее кормить-то? Че она у тебя ест? Слушай, Андрюш, ты что, ее украл? О, хорошо. А меня теперь потянут. Куда я Ленку-то дену? Ей что, так и жить по соседям? Дурью, ты не мучайся, веди себя прилично. Я тут схожу кое-куда поговорить. А вы обедайте без меня. Да ты не бойся, я близко буду. Я тебя скоро увижу. Думаю, скоро. Ну, отдыхай. Ольга, выйди со мной. Чтобы с чужих ее никто не видел. Из своих тоже лучше не надо. Если пойдешь за Ленкой, дом запри. Угу. Да, Маша, постелишь у меня. Только рано не буди, пусть поспит. Ты куда? Ты что, ночевать-то к ней не придешь? Не, ребят, ну с вами просто умрешь. А что ты тогда тащил ты ее в такую даль? Ну, правда. Ну ты посмотри, как она на тебя смотрит. Ну, прям слеза прошибает. Никакого кино не надо. Все? Все. Если что, я у Михи. Иди покорми ее. Может, вам помочь? Да не, я сама. Ты проходи, садись. Он к Михе пошел. Сейчас выпьют, им не до нас. Да проходи. Ох, и высокая ты. Как раз под его рост. А то у нас здесь ему и пары-то никого нет. А Миха это кто? И Андрей он что, пьет? А ему все равно, что вино, что вода. Пьяным никогда не видела. Другие, да, у нас сильно пьют. А он все с железяками своими, с моторами возится. Еще вот рыбалит заядлый. А Миха-то это Торпов. Ну, он в годах уже, тюремник. Как это? Да сидел помногу. Вернется, Варьке своей опять ребеночка заделает и обратно. Да сейчас уж лет 7 живет. Тоже рыбак заядлый. Ой, пахнет от тебя хорошо. Французские? Угу. Mm-hmm. Ой, зачем же он ушел? Страшно мне без него. Михаил Васильевичу. Здорово, герой. Здорово, Лень. Привет. А Костя что, сомлел? Садись.
Вот с ним будешь. Варь! Чего? Подай там, что надо. Картошки поджарь, что ли? Домой ты заходил? Да заходил. Ну? Василич, там со мной человек один приехал. Девушка. Ну, в общем, женщина. Я Ольге сказал, но надо надежнее устроить, понимаешь? Чужие могут наведаться. Думаю, обязательно будут. Здрасте, тварь. Ну что, Андрюха, и тебе по-людски жить наскучило? Теперь прятаться станешь или что другое решил? Ну, ладно, мать. Человек до разговора пришел. Не надо допрос. Так вот сейчас за встречу. Закусим, чем Бог послал, будем. Андрюха, будь здоров, не кашляй. Слышь, тут это же, ну, в рот нехороший приходил, сосед мой. Все сказал. Да. А я ему, кто, Андрюха? Не, значит, надо было. Значит, зря Андрюха не станет. Ну, хорош заикаться, Костя. Верно, говорит он. Участковый-то был. Но мы участкового позовем, спросим конкретно. Ты чужих-то кого ждешь? По свою душу, а ли этой женщины? Да мы-то вместе. Вот к нам они и приедут. Только она без вины, понимаешь? Они ее брата положили, а тот был мой приятель. И ее тоже хотели. Ну, по всему видно, что крутые действительно. Только в Москве у них ничего не вышло. А че к нам ее не привел? Постеснялся? Словно к чужим. Хотя Ольга тоже не промах. Я схожу, Борис пошлю. Пусть там приглядит. А, сходи. Да вон, Костю к месту доставишь. Потом сюда вернешься. А мы пока потолкуем. Ну ладно, голуби. Чужих нам не надо, а за своих выпьем. За все хорошее. Как пахнет хорошо. Дед Флокс. Их тут у всех понатыкано. Андрей вот ландыши любит. Еще подснежники. Весной в лес ездят, тащат их оттуда. Наверное, приятно, когда тебе подснежники дарят. Да что в них проку-то? Жевать их, что ли? Вот если б духи какие хорошие. Или там косметику. У нас раньше наборы косметики завозили. Ну, за бруснику, там, за клюкву. А теперь что-то бросили возить. Нет, все-таки красиво, когда тебе подснежники дарят. Ой, мамочки. Да ты, видно, решила, что он цветочки-то девчонкам в подарки возит. Это кто? Это мой-то братан. Ничего я не вижу. Да я вижу, что решила. Ты знаешь, кто он? Он идол бесчувственный. Его и девчонки так дразнят. Нет, ну, бывает, конечно, пропадет на ночку у вербованных в общежитии. И все. Работа, рыбалка. Паш ты молчит. Это я, это мне жить охота. Да на мне теперь Ленка висит. На тебя похоже. На отца. Отец молодец, кругом подлец. А у тебя были мужики? Много? Да ты чё? Ты чё, думаешь, я Андрюхе расскажу? Замужем я. Да ну! Вот это по-нашему. Значит так, ты сиди тут, а я сейчас быстро за Ленкой сбегаю, мы ее спать уложим, и ты мне все-все расскажешь. А то Светка там с ума сходит, что я за девкой не иду. На улице, ты видишь, темнеет уже. О, нас уже охраняет. Кто? Да Бориска. Соседский парнишечка, Лёня Савенкова сын. Салага еще. Ну ладно, ты сиди тут, я быстро. Ну, забили мы им баки, увели от дома. А куда? Лучше нет на площадку к гаражам. А? Ефим. Это ты мыслишь, чтоб ко мне в гараж? Да не машину, ей! Случайно чего, мол, как, почему, не знаю. Да успеем прибраться-то, я думаю. Ну? Чё, ну? Раз надо, я не отказываюсь. Мне тоже приготовиться? Это как пожелаешь. А не пожелаешь, он. Илюхе мушкет свой отдашь. Ага.
А только на их двадцатки, ну, ни хрена не достать. Надо менять. Лады, значит, решили. А я Косте скажу, чтоб он свой агрегат туда подогнал. А он проспится. Сон алкоголика крепок, но краток. Скоро сам сюда похмеляться прибежит. Привет. Привет. Здорово. А ты чего оттуда ушел? А? Борис, ведь сказано было. Да я к себе заходил, ну и он со мной. Все нормально, мои спят. А машину мы пока отогнали к Ване Локтеву. Давай, иди. Ступай назад. Или пожевать захотел? Да ну еще, я после. Вот это да. Ух ты, тут и второй, глянь. Давай, смотри, и рожки к ним. И с этим ты ездил? А ты даешь. Так, это убрать. Может, годятся, когда пока спрячь. Сколько натикало там? 5/6. Задвинь это в угол. Эй, мужичок, ты здесь живешь? Я? Не, я там живу, в Заречье. Ну, а здесь кто живет? Здесь? Да. Дядя Андрей, а еще Ольга. Я к ней пришел, так ее нету. Матка велела иголку для машинки спросить. Так, понятно, иголку. Андрей нам нужен. Ты его не видел? Да он в гараже у Ефима. Машину какую-то отлаживает. Свою? Да нет, своя у него грузовая. А это легковушка. Новая, красивая. Вчера на ней прикатил. Слушай, нам Андрей нужен позарез по делу. Ты бы не мог меня проводить в гараж. Ну, а я бы тебя отстегнул. Чего отстегнул? Ну. А, это не надо. Все одно обратно мимо пойду. Вот они. Точно они, нет? Точнее, некуда. Я своих друзей не забываю. Вон гараж. Где дверца открыта? О, да тут коммунизм еще строит. Что? Давай туда. Поехали. Вся жизнь наша. И машины там, и людишки. Все гонор людской. Каждый норовит на своем настоять. Что у другого на душе ему дела нет. Думаешь, была у них душа? Ну как же. Какая-никакая была. Обернись по-иному. Могли им и зажмут. Скажет, нет. Не знаю. Я об этом не думал. Мы-то дома. А их кто звал? Ну, это дома, верно. Ты дальше-то как решил? Партизаны? А сдаваться пойдешь? Пойду. Непривычно мне бегать да прятаться. Скажи, Миха. Вот ты сидел, бежал. Потом снова сидел. Говорят, у тебя сроков мне на пальцах не перечесть. Ну вот скажи мне, стоило оно того? Ну так для того дурака, каким был, конечно, стоило. А подумать, ну что ж за жизнь? День гуляешь, год торчишь. А он кругом.
Лес, вода. Иди да радуйся, пока сила-то есть. Мило дело. Когда решил-то? Завтра. А порыбалить не хочешь? Да нет. Ну, хочу, сам знаешь, только меня дома ждут, понимаешь? А побурел-то, скромница! Эх, Андрюха, учили меня, учили, что баба-то не человек. Да я сам учил. А вот Варьку свою встрянул. А полжизни у судьбы отыграл. Верно слово. Так что ты не загадывай. А куда тебя ведет, так и иди. Ну что ты так-то? Двери заперты, окна занавешены. Все. Живи и дыши спокойно. Ничего не бойся. Что все? Ты кого-нибудь видел? В смысле? Скажи, ты видел кого-нибудь? Ну, а что говорить? Уехали они? Совсем уехали? Точно, тех ты больше не увидишь. Ну, а со своим? Ну, в общем, с ним как быть? Тебе виднее. Здесь не мне судить. Да, скоро автобус на Калинин. 2 часа с небольшим и там. Оттуда электричка каждый час. Если хочешь, я тебя провожу. Правда, до Москвы не получится. У меня завтра дело тут одно есть, понимаешь? Остаться надо. Понимаешь? Понимаю. Ты выпил, да? Мы посидели с мужиками, с кем порыбачить ходил. У нас просто так не сидят. Знаешь, я тут сидела одна. И плохо было. Думала всякое. Чего только не передумала. И страшно было очень. А ты пришел и стало легче. И опять будет плохо. Без тебя. Знаешь, я, наверное, завтра поеду. Так и завтра автобус. Ты поела хоть что-нибудь? Сейчас Ольга придет. Она, наверное, за девчонкой пошла. Она не придет. Оля с дочкой у Вари переночует. Так ее, кажется, зовут. Сначала к 9. Значит, только 3 часа. Или еще 3. Да. Ох, Андрюша. Ты гляди, кто идет. Ну, карусель. Поехали. Андрюха, Вавилов. Здорово, Николай. Ты куда наладился? Да вот как раз к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да ты не волнуйся, мы сами дойдем. А мы едем, я смотрю, ты. Давай в отдел. Быстрее, обгони. Я настроилась и не зареву. Постоянно.
прощаться? Если что, я тебя никогда не забуду. А я тебя.